Сегодня я хочу оставить свой видеоотзыв о йоде, органический йод от компании «Сибирское здоровье» Siberian Wellness. Сразу покажу, очень удобно. Он идет в капсулках, одну в день. Сейчас более подробно расскажу. Отмените усталость. Природная формула бодрости. Быстро устаете и легко раздражаетесь? Возможно, это симптомы дефицита йода. Одной из главных проблем современного общества, которое вызвано неправильным питанием и вредными привычками, увеличивающимися потери этого микроэлемента. Достаточно безобидный на первых стадиях, со временем он может вызвать нарушение работы внутренних органов. Формула с органическим йодом из экстракта морской водоросли, фукуса и природным адаптоагентом помогает нормализовать работу щитовидной железы, а также повышает общую сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды и заряжает бодростью. Теперь разберем микроэлементы. Что же здесь есть? Органический йод. Это важнейший элемент, который регулирует работу щитовидной железы и гипофиза, препятствует накоплению радиоактивного йода и обеспечивает защиту организма от радиации. Его недостаток проявляется в виде хронической усталости, быстрой утомляемости и упадки сил даже после сна. А хронический йододефицит может вызвать нарушения в работе внутренних органов и проблемы со здоровьем. Комплекс органический йод на основе экстракта фукуса обеспечивает организм высокобиодоступным йодом, а также другими ценными микроэлементами и витаминами, способствуя активизации тканевого метаболизма и правильной работе внутренних органов. Экстракт фукуса – это экстракт морской бурой водоросли, богатейший источник высокобиодоступного йода. Для кого нужен йод? Дополнительный источник йода для профилактики йододефицита. Для тех, кому важен контроль за весом. И для всех, кого беспокоит тусклый цвет лица и повышенная утомляемость. В каждой капсуле 150 мг йода, что содержит 100% суточной дозы йода, необходимой для взрослого человека. Со мной можно связаться, посмотрев информацию, либо в комментариях, либо в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять следующие интересные видео.